Так, друзья, ну что, всем пламенный привет. Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Катя. Если вы здесь впервые, я снимаю разного сорта видео, не только анбоксинги, но и бьюти-бокс, всяческие влоги, Sephora, Asos, Shein, корейские сайты, парфюм. Поэтому, если вас интересует такого рода контент, beauty, lifestyle, fashion, пожалуйста, не забудьте подписаться, оцените это видео и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои загрузки. Я загружаю часто, от 3 до 7 раз в неделю. Привет, друзья! Ну что, Universal Yams приехал. Помните вот такую подписку? Это подписка снеков из разных стран мира. Мы ее получаем каждый месяц с вами. Куда уже только мы не путешествовали. И в Нидерланды, и в Италию, Германию, Россию, Украину, Таиланд. Короче говоря, очень классная подписка. Мы и открываем, удивляемся. Никогда не знаем, в какую страну мы отправимся. Пробуем снеки. Я ставлю им рейтинг из 5 звезд. И, ну вот, все, в принципе. В эту подписку... У меня самая дешевая, там есть 3 варианта у них на сайте, но в моей самой дешевой подписке входит туда 6 снеков, вот, и в основном сладких снеков больше, к сожалению, я не сладкоежка, поэтому мне бы больше понравилось, если бы было побольше снеков, именно вот всяких чипсиков, всякое такое, да. Так, открываем, и давайте я вам первым вам покажу, куда мы отправимся. Интересно, я не знаю. Что там написано, друзья? О, Турция, друзья, Турция, как интересно. Вот это да, вот, смотрите, каждый раз идет вот такой вот вкладыш со всеми известными местами в Турции. Тут вот и Истанбул, и Анкара, да, и Черное море, и Сирия, и Ирак рядом. Короче, друзья, в Турции я ни разу в жизни не была. Да, это странно, потому что какой, казалось бы, русский не был в Турции, да? Но не была, но очень хочу. И я бы больше даже хотела не на сам курорт, а именно вот в Истанбул, да? То есть как бы именно там же очень много всяких исторических классных мест, да? И вот там было бы интересно побывать, походить, может быть, там по музеям, по каким-нибудь и так далее, вот. Так что Турция! Ура, ура, ура! Так, дальше. Каждый раз идет вот такой вот буклет. Ой, скирикят, смотрите, друзья, какая прелесть. Буклет, и именно по каждой стране здесь у нас идет один рецепт, как минимум, корнеярик. Это какой-то набитый всяческими, видимо, я так понимаю, овощами. Eggplant, это, по-моему, не кабачок, а баклажан, вот, отлично. Дальше тут идет всякие квизы, насколько мы знаем хорошо Турцию, и вся информация по снекам, которые мы получили, в том числе калории, и что еще здесь у нас... И, конечно же, напиток Айран называется. Слушайте, ну Айран это, да, вот написано йогурт, соль, холодная вода, в блендере все это сбить. И получается Айран, вот такой вот напиток. Как интересно, друзья, надо бы попробовать. Так что вот. И плюс еще каждый раз идет вот такой вот стикер с кебабами в этот раз. Вот, смотрите. Класс, правда? Но тут необычно, тут и конфеты, и арбузы, и всякое разное. Это наклейка. Так, дальше. Так, ну что, давайте начинать. Первое, что я вытаскиваю, это вот такие вот от бренда Otto. Я знаю, друзья, что многие из вас наверняка были в Турции не раз, поэтому пишите, знаете ли вы все эти снеки, мне будет интересно почитать. Это такие, это чикпиз, то есть это такой... Чикпиз здесь очень популярны в Канаде, у нас на каждом шагу продают. И это такие сорт бобовых, насколько я знаю, вот, они как горох такой, но они очень твердые. И у нас здесь их продают во всяких разных, со всякими разными присыпками, типа там васаби, чикпиз, да, и так далее. Вот, этот конкретно просто с солью чикпиз, отлично, будем пробовать, это раз, дальше. Ну, чикпиз нас не удивит. Давайте что-нибудь интересненькое. Дальше, как всегда, идут чипсики от бренда. Не знаю, как бренд называется, но вот такие вот так вот они выглядят. Выглядят очень хорошо. Тертикли.
ни слова по-английски нет, но я вижу перчики, значит, они остренькие. Остренькое я люблю. Отлично, будем пробовать. Они такие красненькие все. Интересно, насколько они острые. Так, дальше. Снэк номер 3. Выглядит просто супер. От бренда Today. Вот такая вот тема. Это вот такой snowball называется, то есть это снежок. И он внутри там кофе и кокос. Это я обожаю. Кофе, кокос. Друзья, это одни из самых вкусных вообще вещей в жизни. Кофе, кокос. Вот. Супер. Будем. Это, так я понимаю, вот тут вот один большой такой, да? Так, ну это уже сладкое пошло. Дальше. Еще следующий, номер 4. Вот такие вот фирмы Bebeto. Это вот такие вот candy. Это такие, знаете, sour candy. А, jelly gum. То есть это как мишки, такие мармеладки, короче говоря. На наш язык это мармеладки. Они, конечно, бывают супер сладкие, эти мармеладки, как правило. Написано, что они с фруктовым соком. Ну, отлично, отлично. Они либо слишком сладкие, либо такие прям кислые-кислые. Ну, в принципе, прикольно. Так. Дальше. Дальше идет снова сладкая тема. Я же вам говорю, сладкие-сладкие. Lush. Вот такие вот какие-то штучки. Интересные. Мозаик называется, да? То есть это какие-то печенюшки внутри с фундуком и шоколадом. О да, о да. Отлично. Их тут я нащупала две штуки. Идеально. Дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так. Дальше. О, халва, друзья, халва. Я обожаю халву. Да, пожалуйста, побольше. Тахини халва со вкусом ванила, то есть ванила, ваниль. О, боже, халву я уже не ела лет 100, наверное. Так, и каждый раз идет вот такая вот, что называется, ямбэг, и внутри одиночные конфетки, как правило, их там штуки 4. Так, давайте посмотрим, да, 4 штуки, и 2 вида, как правило, идет. Так, значит, один с mellow, то есть это со вкусом дыни, такой, со вкусом дыни от бренда Tofix, то есть я так понимаю, это тофу, наверное, да? Так, это такая же, то есть две таких и две одинаковых от этого же бренда, вот такие, я не знаю, с каким это вкусом, со вкусом мастики, что ли? Так, короче, друзья, приготовила воду, и сейчас мы начнем пробовать. Я, знаете что, давайте начнем вот эти с чикпиз все-таки. Чикпиз, чем они нас удивят? А вы пробовали когда-нибудь чикпиз? Так, они ничем не пахнут, выглядят они, сейчас я вам покажу. Вот так, как я говорю, семейство бобовых, такие вот они очень твердые. Нет, в принципе, они не очень твердые. Но... Знаете, кто их любит, такие приколы? Кто ведет очень супер здоровый образ жизни? Их можно и в готовке добавлять, но таких много не съешь, сразу говорю, поэтому... Ну, это такой healthy snack, что называется. То есть это здоровый снэк, да, который как бы покушал, энергии подпитался. Не чувствуешь вину, что съел что-то там много и не того, поэтому... Это как бы такое, знаете, как бы не супер, короче говоря. Так, ладно, сейчас будем чипсики пробовать, наши любимые. Острые чипсики. Так. О, как интересно. А, так это типа крекеры, они больше на крекеры похожи. Странно, они не так выглядят, как на упаковке. Смотрите, вылитые крекеры, да? Так. Полны вкуса. Ну, это крекер, это не чипсы. А выглядит как чипсы на упаковке. Смотрите, вообще не похож, да? Наверное, это вкус паприки, я так вот подозреваю. Но здесь написано, смотрите, что они супер острые, они как бы с перчиками чили. Ну, вообще не острые. Вообще, ноль остроты абсолютно. Вообще не острые, представляете? Так, ну окей.
Короче, немножечко такие обманки, да, чипсики-обманки. Это и не чипсики вовсе, как казалось, и вовсе они никакие не острые. Вот так вот. Так, дальше. Значит, смотрите, какой дальше пробуем. Может быть, халву. Я так халву люблю. Давайте халву распечатаем. Отлично, слушайте, в последнее время все были европейские страны, а тут для разнообразия очень круто попробовать что-нибудь такое из другой кухни абсолютно, да? Так, вот она. Ночка, иди, иди, не бойся, иди. Вот так вот выглядит беленькая. И давайте пробовать. На. Нравится или нет? Нравится, похоже. Угу. Вкусная, хорошая, супер сладкая. Но, смотрите, она не такая, как наша российская халва. Наша российская халва имеет более ярко выраженную текстуру. То есть это такая, она тает во рту, то есть она такая мягкая-мягкая. Мне больше нравится российская халва, если честно. Потому что просто как бы она и... как мне кажется, не такая сладкая и прикольно, когда не как еда для детей, то есть как бы, да, и пожевать-то нечего, а именно, когда есть текстура, это мне нравится больше. Но, тем не менее, вкусно, хорошо. Так, дорогуша, что тут делаешь? Идем дальше, давайте попробуем одну из вот этих печенюшек. Пишите, друзья, знаете ли вы что-то из этих снеков, я уверена, что вы что-нибудь дознаете. Слушайте, друзья, как удобно, они то есть здесь 4 штуки, по 2 вот таких. Вот это мне такой паттерн, то есть такая расцветка цирк напоминает. Так. Очень вкусно. Вот это просто вообще бомба. Реально много начинки вот этой мягкой. И действительно шоколад и фундук, да, hazelnut. Очень вкусно. Кайф. Таких я много могу съесть. Вау, не люблю, конечно, торопиться, когда ем, но если я буду долго-долго жевать, разжевывать, то это мы долго с вами посидим. Так, теперь давайте вот эту посмотрим, такая здоровенная. Снежок называется, Snowball. Вау, сразу как открываешь, кофе пахнет. Слушайте, друзья, да так... Так хорошо кофе пахнет каким-нибудь капучином. У меня почему-то сразу такая ассоциация, как будто я на курорте на каком-нибудь утром вышла позавтракать. И такой, знаете, там бывают такие кофейные специальные бары, да, то есть как бы оп, и такой запах такой вам кофе в нос. Либо в большой зал вы пришли, где там все светский стол, да, все завтракают, и вам кофе принесли с утра. Ой, как давно это было, как давно это было. Так, действительно, снежок вот такой вот огромный, видите? Я немножечко откушу. Да, тоже вкусная штука. Очень-очень нежная такая, сладкая, но я бы не сказала, что прям приторно сладкая, очень-очень воздушная, супер, таких тоже можно много съесть, так как они как бы невесомые, да, и кажется, что ты вроде как съел не 700 калорий, а всего 70. Так, последний вариант, это вот такие, я, конечно, меньше всего люблю. Никогда их не покупаю. Но ради вас
Попробую. О, пахнут они действительно как эти, как арбузики. Они же, вот, видите, в виде арбузика. Дети такие обожают просто. На вкус как арбуз. Круто. Много таких не съесть, сразу говорю. Мне. Но некоторые любители, я знаю, могут пачками такие поглощать. Ну и дети, конечно. Их, конечно, не оторвать от такой, от таких приколов. Но один-два таких съел, и хорошо. Мне нравится. Так, ну что? Пишите, что вы думаете насчет коробки турецкой. Мне понравилось, очень классно. Все было интересно попробовать. Все было довольно необычно, если честно, но за исключением чикпиз, потому что их здесь везде продают, я их хорошо знаю. Ну, вот эти тоже как бы распространенная тема, но эти вкусные оказались. А остальные вот эти, мне кажется, что-то традиционное, да? И вот этот сноубол тоже как бы ничего такого я не пробовала. Вот эти как бы крекеры а-ля чипсы, да, тоже что-то интересное. Ну, халва, это всегда прикольно. Короче, халвы же очень много разных видов существует. Поэтому классная коробка, я просто в восторге. Я надеюсь, мы получим с вами какую-нибудь азиатскую коробку в ближайшее время, потому что азиатские приколы вообще интересно пробовать всегда, они очень необычные, да. Вот, а пока пишите, что вы думаете, подписывайтесь, друзья, эти коробки получаю каждый месяц. Если вам нравится такой контент, пожалуйста, поставьте лайк, и мы будем с вами прощаться, увидимся в ближайшем будущем. Вот, а пока не скучайте, и пока-пока.